Всем привет, с вами Аурум, и наверняка все из вас знают, что у нас появились гаджеты, невероятно куматозные гаджеты, и сегодня я хочу потестить некоторые из них в дружеских боях и сделать невероятно дикий фан. Сейчас я собрал 10 своих подписчиков, кстати говоря, одним из этих подписчиков в будущем можете быть и вы. Просто переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на мою инсту, следите за сторисами, и также в Дискорд следите за Дискордом. Именно с помощью этих двух инструментов и Лейса, спасибо, Лейс, я собрал этих чувачков. Короче, есть у нас гаджеты, абсолютно мега-куматозные. Например, у Леона гаджет, который создает двойника, то есть клона. И это уже выглядело на момент, когда я показывал гаджеты, уже очень наркомански. Теперь же я собрал 10 челиков, у нас у всех Леоны, и мы сейчас будем мочить полнейший трэш. Ребята, смотрите видео до конца, если оно вам понравится. Если вам понравится не просто какой-то там смысловой ролик, а просто где мы дико фанимся, прожимай лайк, подписывайся и колокольчики не забывай. Ну чё, пацаны, поехали! Короче, мы сейчас все собираемся, пацаны, вы, надеюсь, слышите меня, они в Дискорде. Собираемся в центре, никто пока гаджет не юзает, просто бежим в центр. Блин, 10 Леонов, это уже смешно. Эй, алло, не убивайте меня. Ты подожди, блин, другую надо было карту, давайте где-то в открытом месте. Бегите за мной, короче. Надо куда-то в открытую зону. Поехали. Бегите за мной, не убивайте друг друга. Да, вот сюда. Биг Бобби Сэм показывает. Все вот сюда. На определенное расстояние друг от друга. Давайте. Сейчас будет фотосессия. Все. Все, вот, чтобы не друг на друге. Давай, чтобы не друг на друге. А теперь давайте. 3, 2, 1. Юзаем. Я хочу сделать скрин, подожди. Почему их так дофига? Не убивайте. А, не полопались. Так, давайте выберем теперь. Блин, ребят, вы когда-то такое видели? 20 Леонов, разработчики, что вы там курите? Это просто жесть. Давайте теперь то же самое замутим только на другой карте. Мне эта карта вообще не нравится. Другая карта. Здесь намного больше пространства. Просто хочу хороший снимок на память, где 20 Леонов на одной карте. 20 Леонов, Карл. Это же офигенно. Я не знаю, Ребза, если хотите продолжение этой рубрики, давайте вот это перебьем просто. Давай, ломай. Только друг друга не убейте. Продолжение хотите этой рубрики, давайте много лайков наберем. Все, становимся друг от друга на нормальной дистанции. Ну, не убивайте друг друга. Все, о, поехали. Нажимай. Лол! Просто жесть. Дайте я сделаю снимок. Это офигеть, боже. Вы когда-то думали, что такое вообще будет возможно в Brawl Stars? Вот реально. Разрабы, вы просто какие-то. У вас, я не знаю, у вас... Вы просто нереальные. Просто бан. Давайте еще раз. Поехали. Давайте еще раз. А, друг друга начали валить. Ладно, пофиг. Все, давай. Вали всех. А, я не сумел спрятаться. Ребзы, в общем, фан-фаном, но давайте просто покатаем. Желательно не убивайте Аурума первым, пожалуйста. Пожалуйста, не тимимся, не убираем Аурума. И просто поиграем. Пошел отсюда. О, я даже попал. Ха! Че, я убил его? А, лол, это был клон! Блин, до чего же это так проблематичненько? На самом деле. Смотри, не убивает. Блин, клоны — это топ. Это реально топ. Опа, а где я, а где клон? Как ты думаешь? А, я тебя раскусил. Прости, братан. Блин! Ладно, Аурум сдох. Окей, с Леоном все понятно. Погнали мутить что-то прикольное с Розой. Роза удобряет вокруг себя землю, где сразу же вырастают кусты, служащие отличным прикрытием зарядов на матч 3. Вы помните этот куматоз? Это когда можно строить кусты. Это я это называю Майнкрафт. И сейчас мы попробуем сделать что-то реально прикольное, как в Майнкрафте. Не знаю, насколько прикольно у нас это получится, но, ребят, давайте встречаемся где-то в центре. А где? Блин, не знаю, где-то нужно... Вот здесь, короче, или сейчас. Что лучше? О, вот здесь, вот. Хорошо. Разбей. Эй, не бей меня. Не бейтесь. Ну зачем? Не деритесь. Зачем вам ульта? Да не деритесь, алло. Полегче. Все, успокойтесь. Все, успокоились. Все, начинаем строить. Только подальше друг от друга. Ребят, 3, 2, 1, смотрите на этот трэш. Поехали. Лол. Еще, давайте застраивать. Просто жесть какая-то.
Просто трэш. Только так, чтобы да, да-да-да-да-да, чтобы мы прям все красивенько зафигачили. Без дырочек, давай. Блин, просто можно сделать, можно всю карту, походу, застроить таким образом. Просто трэш. А, я скрин не успел сделать, блин. Ладно. Не, ну скрин это святое. Поэтому то же самое, ребят. Да хватит драться, не надо, все, поехали. Аккуратненько, погнали. Блин, это такой фан дикий. Лол. Просто жесть. У кого еще сколько осталось? Так, давайте вот здесь сверху допилим. Сверху, сверху, вот здесь, давай. Давай, нормально, вот тут. Раз, хорош. И все собираемся в центре, все собираемся вот здесь. Все собираемся вот тутеньки. Давай, отлично. Отличненько. Стоп, стоп, сейчас будет фотосессия. Шикарно, подожди. Хыдыщ, прекрасный скин. А, не, надо, чтобы поглобальнее было. Да подожди, подожди. О, все, норм, нормально. Шикарный, шикарный скрин. Ребятки, сразу скажу, это не моя идея, но сейчас мы попробуем построить какой-то древнейший символ, который вообще встречается повсеместно везде. Он встречается в древнегреческой литературе, о нем говорили философы, современные, кстати, дядюшка Фрейд, передаю тебе привет. Сейчас мы постараемся это сделать. Короче, первый строю я. Смотрите, давайте. Раз. Вот здесь кто-то сюда один подходит. Так. Теперь отошли все, отойдите все вот сюда. Вот сюда все отойдите, вот сюда. Да, и я буду по одному. Давай, вот сюда подходи, подходи один сюда. Один, один, давай, ударил. Давай, давай. Хорош, теперь вот один сюда подходи, давай, давай. Хорош, давай, отлично. Один вот сюда. Хорош, поехали. Так, отлично. Как он вообще должен выглядеть? Кто-то может фотку сбросить? Давай вот сюда еще один. Так. Так, вот, блин, у нас что-то как-то не очень получается. Чуваки, мы не знаем, как он выглядит, лол, подскажите нам, как он выглядит. Он не похож, это похоже на молот Тора больше, чем на то, что мы хотели сделать. Ладно, давайте заново, лол. Я реально пойду прогуглю, как он выглядит. Ребят, короче, получился небольшой казус. Аурум, к сожалению, не знает, как это выглядит. И, типа, как это рисовать. Лейс сказал, что, ну, если серьезно, у меня просто плохо с рисованием. И я такой, типа, вообще не понял. Ну, что-то похоже, вы уже поняли, да, что мы рисуем. Вот, но древнейший символ, как я уже сказал. Так, Лейс, управляет всеми Лейс. Big Baby Sam. По одному вызывает. Так, вот, короче, иди пошел. Сюда. Да. Момонтенок. Смотри, я сейчас первый поставлю, вот. Я ставлю первый. Давай. Ставь снизу, вот здесь, смотри, где я, ставь второй. Вот здесь? Давай, да, я. Да, второй. Я. Окей, поставил. Окей, давай. Давай. Теперь смотри, иди сюда, сверху вот один ставь. Да. Я? Давай, я ставлю. Кто хорошо. Угодно, ставьте, давай. Вот. Давай. Погнали теперь дальше, давай я поставлю, стой, давай. Я поставил, вот. Хорош. Погнали теперь дальше. Давай. Это такой бред, блядь. Еще один поставь. Давай. Ставьте кто-то. Хорош. И теперь стой. И теперь вот чуть-чуть вот так аккуратно снизу я поставлю. А теперь отойдите. В смысле? Он как крюк. Ну блин. Это какой-то... Это краник какой-то. О, можете еще, короче, чуть вот так... О, хорош. Блин, заруинили. Все, понесла. Что же вы за люди-то такие? Мы нарисуем когда-то его или нет, я понять не могу. Я, кстати, давно хотел его нарисовать. Так, ребят, спустя миллион попыток, надеюсь, мы сейчас все-таки нарисуем. Я так подумал, что это искусство в игре Brawl Stars просто. Вот с помощью розы теперь можно творить искусство в БСе. Давненько ничего подобного не было, а теперь вы можете, вот, скажем так, культурно развиваться, занимаясь искусством. Поэтому все нажимаем «Готово» и, наконец-то, дорисуем это произведение. Просто гениально. Лейс, ты готов? Давай, руководи. Ты здесь? Включи микрофон и руководи. Да, пошли на центр, малыши. Давай. Я самый главный малыш, если что. Так. Уничтожаем ящики, не уничтожаем Аурума. Главное, меня не убейте. Да, и Аурума тоже. Он не хочет. Я не хочу умирать! Так, все, давай, команды, все отходим в одну какую-то сторону. Здесь вот самая чистая зона. Так, с один, стой. Один, идите сюда, где я сейчас. Кто-нибудь один, да, стой, так, вот ты. Теперь и стань в меня.
Войди в меня. Что сделать? Лейс, полегче, нас дети смотрят. Теперь, короче, кусты ставь здесь. Окей. Так. Теперь стой, один здесь поставьте. Давай. Так, есть. Теперь один здесь поставьте. Не бегаем все вместе, Ребзы. Все тусим возле меня. Ставь. Вот здесь один куст, да. Ставь. Мамонтенок. Ладно, сам поставлю. Он завис? Я не знаю, да, наверное. Давай. Так, главное, погнали дальше. Главное, чтобы за него бот не начал играть, слышишь? Ставим вот здесь куст. Да, он, я думаю, гаджеты юзать не будет. Давай. Ставим следующий куст здесь, где я. Ставьте Давай. Куст, вот. Так, теперь один чуть дальше, вот. Ставь. Все, теперь стой. Теперь еще один здесь. Чуть-чуть. Не... Пацаны, вы чуть не заруинили, так. Теперь так. Стой. Отойдите все. Я один поставлю, вот стой, пацан. А, вот. Я понял. Не, так теперь не получается. Стой. Чуть-чуть вот здесь, где я. Чуть-чуть выше, чтобы там прям квадратик выглядел, да, вот. Ставь. Вот, теперь давай, иди сюда. Теперь вот здесь один ставь. Почти, чуть-чуть ниже один. Не заруинь только. Только не руинь. Чуть ниже. Ставь. Чуть-чуть ниже. Попробую. Еще. Давай, ниже. Да ё-моё. О, всё, шляпа всё. Получилась. Ай, лол, подожди, дай тебе скрин сделать. О, кто-то сделал. Смотри, реально голова получилась. О, ребята, это просто бан на миллион лет. Я надеюсь, разработчики меня за это не забанят, но если что, мы рисовали чупа-чупс, короче. Вот. Самая топовая тема, конечно же, с Леоном. Ребят, есть еще много интересных замуток с другими бравлерами. Этим видосом я просто хочу проверить, интересны ли вам такого рода фан. Вот. Ну почему нет? В Майнкрафте куча подобных видосов. Мармок делал такое куча много раз. То есть, ну, если вам это по фану, мы можем встретиться еще раз. И, короче, это все замутить. Ну и напоследок, давайте устроим просто жесткую ахинею. Включим сейчас чат. Я хочу отблагодарить как-то пацанов. Поэтому те, кто сейчас в Дискорде, а ну вруби их, пожалуйста. Будет 6. Лучший код автора Аурум. Нормальная реклама. Ребят, поздоровайтесь, вы здесь? Да вы микрофоны хотя бы включайте. Здравствуйте. Я крутой. Серега, привет, Серега. Привет. Все началось. Серега, извини меня, друг, алё. Ой, ладно. Все заходим на сервер Аурум ТВ. Все, ребятки, а то меня не будет слышать. Отлично. Все, ребят, всем удачи. Много лайков набираем. Пока, ребят. Пока. Пока, Серега. Давай.